Доброе утро. На 8 часов утра на территории республики действует 92 пожара, из них тушатся 34. Локализовано за сутки 14 пожаров, 28 ликвидировано. Вновь обнаружен один пожар. На этих пожарах работает почти 3000 человек, 453 единицы техники. Меры по тушению принимаются по 14 районам. За сутки на лесных пожарах и мониторинга обстановки, передислокации по поливу воды привлекались 17 воздушных судов, совершено 17 вылетов, произведено 80 сливов воды. Это составило 546 тонн воды. В передислокации участвовало 85 человек. Пожар, угрожающий населенным пунктам и объектам экономики, отсутствует.